Вот наши матрёны. В нашем колхозе в этом году богатый урожай персиков. Я, как председатель колхоза Мария Тракториновна, хочу познакомить вас с нашим главным бухгалтером Ефросинией Ивановной. Что вы скажете, как по поводу продажи персиков? Куда две фуры мы продали в этом году? Мы хотели продать в Россию. Эмбарго. Эмбарго? Эмбарго. А по эмбарго не хотите один раз за эмбарго? Нет, не хочу. Я не хочу, у меня он уволит. Я не знаю, короче, вроде где-то эмбарго, но фуры не вернулись. Как вы посмотрите на наш бюджет? А, это, остановились-то. Там остановились. Да. А за какие деньги у нас сегодня куматрия? Деньги за деньги. Деньги за деньги. Вот так и живем тихо-лихо. Главное, чтобы здоровье и счастье. Да дом не плавает. Да, плавает.